Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимый Отец Михаил, настоятель всего Святого Храма, всех вас сердечно поздравляю с праздником, с великим днем для этого прихода и для всех тех, кто уже в этот храм приходит, и тех, кто еще будет приходить. Сегодняшнее воскресенье отмечено чтением очень важного отрывка из Евангелия от Иоанна, в котором содержатся слова, на мой взгляд, отражающие весь смысл Евангелия. Это 17 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. Вот именно здесь находим мы такую величайшую мудрость, данную нам Богом. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Эти слова говорят о том, что не может быть вечной жизни без знания Бога. Бог и жизнь этими словами связываются воедино. Тот, кто хочет жить, и в этом мире, в этой земной жизни, не жить только как живое существо, а как разумный человек, он непременно должен знать Бога. А уж если говорить о жизни вечной, то никакой жизни вечной для людей, отрицающих или не знающих Бога, нет. Одни только эти слова способны произвести огромный переворот в сознании человека, который воспримет их со всей ответственностью, с пониманием того, что это не просто какие-то там слова, пришедшие из древности, а это само Божье Слово. «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Вся история человечества – это история искания Бога. Эта история началась сразу после грехопадения. Люди понимали, что без Бога, без абсолютной истины, с которой, соизмеряя жизнь, можно было бы избегать ошибок, нормальное человеческое бытие невозможно. Эти поиски Бога приводили в различного рода тупики и заблуждения, но каждый из этих тупиков и каждый из этих заблуждений свидетельствовал о том, что человечество ищет Бога. Его находили в мертвых истуканах, его пытались найти в громе и молнии, в разных других стихиях, но все эти стихии и истуканы не отвечали людям на их страстный поиск божества. И вот эти замечательные слова: «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». А почему древние искали истину? Причем истину, независимую от человека. Поиск Бога – это и есть поиск истины, которая от человека не зависит. Потому что все то, что зависит от человека, переменчиво. Все то, что зависит от человека, меняется.
в зависимости от эпохи, от культуры, от политики, от множества факторов. Каждый на себе знает, как он меняется в течение жизни, от детства, отрочества и юности до старости. Человек постоянно меняется, и потому сам человек не может быть источником неизменяемой истины. А именно неизменяемая вечная истина – это и есть то, без чего люди жить не могут. Они должны соотноситься с этой истиной. Правила в своих взаимоотношениях, или то, что мы сегодня называем законами. Все законы соотносятся с этой божественной истиной. Все они опираются на нравственную, Богом заложенную в человека природу. Все это свидетели о божественной истине. И вот сегодня, когда мы живем в эпоху, в которой происходит отказ от всякой истины, все подвергается сомнению, и все условно. Вот такова, в общем-то, современная философия. Все изменяемо. Нравственность, мировоззрение, взгляды на жизнь, на самого человека, на окружающий мир – это все меняется в зависимости от того или иного мировоззренческого выбора человека. Наверное, не может быть ничего опаснее такого взгляда на жизнь, потому что без константы, без постоянной величины, без постоянно действующего авторитета, который не основывается на человеческой мудрости, немыслимо существование ни нравственности, ни справедливости, ни всего того, что человека делает человеком. И все это проистекает от Бога. Поэтому сия есть жизнь вечная. Да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. И если мы сохраняем это знание о Боге, если мы сохраняем веру в Господа Иисуса Христа, то мы сохраняем истину, которая не от человеков, которая не изменяется с течением времени, которая не подвержена политическим влияниям, культурным влияниям и всем тем влияниям, которые способны до неузнаваемости изменить самого человека. Но истина, данная нам Богом, не подлежит изменению. И мы свидетельствуем об этом и опытом церкви двухтысячелетним. Да не только церкви новозаветной, но и ветхозаветной. Мы свидетельствуем об этом многотысячелетним опытом человечества, что истина, происходящая от Бога, неизменна. И именно основываясь на этой истине, человек, выстраивая свои отношения с окружающими, способен избегать непоправимых ошибок и греха. Сегодняшнее евангельское чтение открывает эту нам великую мудрость Божию в тайне сокровенную, мудрость, принимая которую мы обретаем не только точку отсчета в своей собственной системе координат, мы приобретаем критерий, который помогает нам определять, что есть добро, а что зло. Силу, которая помогает нам уклоняться от зла и совершать добро. Мы обретаем через эту истину возможность спасения, жизнь вечную, о которой учит нас Евангелие от Иоанна. Запомним эти слова. Еще раз хочу сказать, на мой взгляд, самые важные слова Нового Завета, основываясь на которых
человек способен реально изменить свою жизнь, стать лучше и, более того, содействовать тому, чтобы жизнь вокруг него становилась лучше. С этой надеждой на всесильную помощь Божию, являемую в том числе и в божественной истине, пусть протекает наша человеческая жизнь, в которой мы призваны уклоняться от зла, творить благо и сохранять истину, которую получили от самого Господа и Спасителя. Аминь. С праздником вас сердечно поздравляю. Хотел бы поблагодарить вас, отец Михаил, за ваши добрые слова. Всех вас, мои дорогие, за то, что вы своими молитвами, своими трудами приблизили этот замечательный день освящения нового храма в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет». Пусть этот храм становится для вас местом молитвы, местом духовного отдохновения, местом собирания сил, местом освобождения от всего того негативного, что, прикасаясь к нашей природе, к нашему разуму, к нашему сердцу, может искажать образ Божий, вложенный Творцом в каждого из нас. Пусть Господь помогает вам молитвами Его Пречистой Матери, да хранит Он землю нашу, град Москву и сие место, где воздвижен во славу Господа сей прекрасный храм, именуемый в честь иконы неувядаемым цветом. Я хотел бы преподнести вам также, отец-настоятель, для всего святого храма вот этот образ Царицы Небесной на память о великом освящении и о нашей совместной молитве под этими святыми сенями. Храни вас Господь!